В Владивостоке открыли памятник Владимиру Арсеньеву. В России в 2022 году широко отмечается 150-летие этого путешественника, внесшего большой вклад в изучение географии, этнографии и природных ресурсов Дальнего Востока. Он провел 18 исследовательских экспедиций в малоизученные районы Приамурья, Приморья, Камчатки и Охотского побережья. Результатом работы Владимира Арсеньева стали более 60 научных трудов, способствующих развитию огромного региона России. Местом установки монумента был выбран сквер в районе фуникулера. Открытие памятника состоялось накануне Дня Тигра, который отмечают в Приморье в последнее воскресенье сентября. В рамках подготовки к открытию монумента в сквере, где он теперь расположен, прошли большие работы по благоустройству. Здесь отремонтировали дорожки и подземные переходы, в которых обновили систему освещения, а стены покрыли элементами ручной графики. Открытый памятник стал вторым монументом во Владивостоке, установленный в год в 150-летие со дня рождения Владимира Арсеньева.